Музыка главное играет, а игра не грузится. А, все пошло. Так. Просыпаюсь я в каком-то доме. Наглядываюсь по сторонам. Никого нету, тишина. Ну и на этом начинается наша игра. Да ладно. Нельзя выйти в меню даже. Что за фигня? На какую кнопочку меню у нас? Нельзя никакие настройки сделать. Ни звука, ничего. Полный тьмище. А как я выключатель теперь найду? Такая вот тень нашего персонажа. Видно даже ноги, тело. Забавно сделана камера. То, что некое погружение все-таки есть. А прикольно сделан эффект. Еще персонаж неровно так ходит. Чувствуется, как он с ноги на ногу. Слышно даже шаги. То есть уже страшно. Полная темнота. Телек можно включить? Восьмой канал ничего не показывает. О, фонарик. С фонариком уже получше будет. Можно будет хотя бы разглядеть, что к чему. На, я включать, выключать. За окном полная темнота. Вот этот свет почему-то нельзя включить. Спускаемся вниз. Вниз нашего домика. Свечи, картина с какими-то масками. Полная тишина, вообще никакой музыки, ничего нету. Сейчас какой-нибудь бабайка там сзади спрыгнет. 8 гол. Что значит 8 гол? Жутко он шагает, конечно. Какие-то баночки с пивом. Кранчик с водой. Можно закрыть и открыть. Недоеденный стейк, холодильник. И зазвонил телефон. Нажмите P, чтобы открыть меню паузу. И прочитать. А, вот у нас где менюх. Все равно настроить ничего нельзя. Документы. Мэри Уолкер, тонна текста. Ясно. Нажмите Space, чтобы включить телефон. Введите пятизначный пароль. 5-5-5. Нет. 1, 2, 3, 4, 5. Нет. Ну и ладно, пока пароль, в общем, я не знаю. Может быть, здесь на записочке будет. Который почему-то не берется. Мастер бедрум, бедрум. Странно, почему никак нельзя? Так, ну хорошо. Может быть, это глюк какой-то? Ди 9. Там было 8-9. Почему записочка-то у нас не работает? Мне кажется, вот все-таки в этой записке должно быть написано.
Какой пароль от телефона? Закрыты двери, внезапно загорелся свет. Курсор еще плавает так внутри игры. Но это не страшно, потому что я проглядел. Заиграла музыка. Включился телек, который показывает нам спальню. В спальне он какой-то силуэт там находится. На 97-м канале. А жуть какая. Кто у нас там спальнит? Зипа, привет. Сейчас начнут меня какие-нибудь страшилки пугать. Не, в Легионе там много еще чем заняться есть. Сейчас я пока решил посмотреть игру, которую пропустил. Но если все окажется трэшем, то пойду дальше Вовку поиграю. Одну игру я сегодня посмотрел уже, там трэшачок. Into the Woods. Ох! What the fuck? И че, он сейчас на меня побежит, демон этот? Дух его жены. What the fuck? Ты кто? Какая-то плачущая женщина здесь была. В лохмотьях. Жуть. Еще одна записочка. Че, каждый раз мне вот так вот записочки на П смотреть? Ой, как... какой звучок здесь жуткий. Так, никаких паролей нет от телефона. Ой, сейчас снова. Что это такое вообще? Что с тобой? Ой, да факт себе в руки-то. Все что ли съела? А, так это кошмар был. 8-9, говорит он. 8-9, 8-4. 8-9, 8-4 он болтает. Не, в Overwatch я вот летом как перестал играть, наигрался. Так пока желаний нет никакого. Хотя сегодня вроде сомбра на ПТР у меня была идея посмотреть, но что-то передумал. А, 6-4, говорит. 8-9-2-6-4. Не подходит. 8-9-2-6-4. Ну, на 8-9-2-6-4. 8-9-2-6-4. Все правильно. 8-9-2-6-4. Попробую наоборот. 4-4-6-2-9-8. Тоже не понимает. 8-9-2-6-4. А зачем он мне тогда цифры эти говорит, если они не подходят? Фонарик включаю. Куча еще всяких закрытых дверей здесь. О, нет, все-таки можно зайти. Стиральная машинка. Еще какая-то непонятная комнатка с телевизором. 29 канал. Забавно то, что шкафчик не закрылся, я его открывал. Так, снова вернулся. Маленький такой домик у него. Снова кто-то кран открыл. Опять эта жуткая статуя. Ох.
Что-то сейчас, наверное, произойдет, раз я ее обронил. Жить, как крест был. И еще где-то табличка же была такая же. Так он медленно фонарем вертит. Как-нибудь повернусь. А там опять. А женщина будет непонятно. Жуть. Дверь все равно закрыта. Рокстарс, привет. 8, 9, 2, 6, 4. Блин, 8, 9, 2, 6, 4, ну. 8, 9, 2, 6, 4. Пятизначное число, он говорит. 8, 9, 2, 6, 4. 8, 9, 2. Не, ну пока ничего страшного не было. Ну, один раз девак выскочил на меня, но это обычный нежданчик. Никаких я рож не корчил, чтобы это можно было на вебке наблюдать. Пока пристально всматриваюсь. О, в кабинет какой-то прошел. Что? Сигарета? Сигареты и сломанный компьютер. Ключ какой-то. Ключ опять же взять нельзя. Футболочки вам можно было? Нет. Но по-любому нужно код вводить на телефоне. А вот еще одна табличка. 2. Там было 8, 9. Ну, кстати, цифры такие же, как и он произносит. Это какие-то буквы еще под цифрами. Я бы не хотел один в таком доме жить. Там досраться можно. 8, 9, 2, 6, 4. Какой еще может быть пин на мобилке? 8:41 вечера. Батарея 18%. 8, 9, 2, 6, 4. 8, 9. Не подходит. 8, 9, 2, 6, 4. 8, 9, 2, 6, 4. Так, хорошо, пойду поброжу еще, подумал. Может быть, какая-то дверь. О. Ну ладно. Со сломанным зеркалом. Что-то там заскрипело. Можно, конечно, попробовать подобрать еще пароль. А тут дымок еще даже от сигарет идет. Но комбинацию, конечно, из 5 чисел долго я, наверное, подбирать буду. Надеюсь, тут такого не придумали они. Чтобы сидеть сейчас подбирать еще там. Либо это 8-9, либо это 9-8. Давайте уже, пугайте меня. Я готов. Я готов к бабайке. Пицца. Либо это вот этот писанина тут непонятная. Посмотри на цифры на каналах. Открой быстро. Смотрит за тобой. Makes you bleed right now, she's upstairs, waiting for you. Ну окей, допустим, 9-7.
Как-то вот на каналы, наверное, реагировать надо найти. Это будет пин 9-7. Телек еще сверху был. Не помню, как раз 5 чисел там было. Надо их, походу, подставить. 9-7, 2-9 и в комнате телек. 8, 9, 2, 4. Здесь не везде свет включается, я бы с радостью. 9-7, 2-9-8. Нет? По-другому, значит, 2-9, 9-7, 8. 2-9-9-7 8-9-7 2-9-8 2-9-9-7. О! Пин отгадал. The Survey Bleeding JPG. Какой это здесь бабайка непонятная. Help me. Три картинки есть, три фоточки. Не знаю, чей это его телефон или телефон его жены. Но она была в кладовке и кого-то сфотала, походу. Календарик 8 ноября 2016 года. Как же сегодня? What the fuck? И время такое же, как сейчас, 8.46. What the fuck? Работа. Help, please. А вот он по радио сейчас говорит. 8-9-2-6-4. Номер какой-то, ошибка. Типа, если вы получили это, то вы были выбраны. Ну, типа, в какое-то сообщество от Survey, выживших, не знаю. Приложение выжившего. Типа, на телефон какой-то вам установили. Или ей. Так, хорошо. Это что такое? А, это типа менюха. Настройки, забавно. Welcome to the survey. Типа приложение. Ну, давайте, мы будем называть это приложение выживший. А я currently situated in your home. Типа, вы сейчас находитесь у себя с дома. Как бы готовы стартануть наше новейшее изобретение. Приложение выживший. Ну, поехали. Employed. Как employed называется? Типа, вам действительно интересно? Ну, давайте, допустим, да. Жалко, на русском нету. No use your mobile device often. Ну, типа, короче, вы используете свою мобилку. Допустим, да. Do you forget your password? Ну, типа, вы забыли пароль? Ну, допустим, да. Типа, вы, как бы, вы нашли пароль к телефону. Но это уже, как бы, все началось в этом приложении. Ну, легко, типа, было найти пароль или сложно? Ну... Сейчас выберу легко, и мне какую-нибудь супер сложную задачку подкинут. Выберу сложно. Что-нибудь попроще будет. Ну, не так долго я его искал, скажем так. Допустим, легко. Есть кто-либо с вами в доме? Нет.
Is anyone supposed to be with you currently? Хотя надо было сказать, там демон какой-то был с нами в доме. Is anyone supposed, блин, не помню, как переводится. Ну, допустим, допустим, yes. Типа вы студент? Ну, допустим, нет. Did you enjoy being home? Вы хотите, типа, в одиночку оставаться дома? Ну, планируете, наверное. Ну, да. А, типа, вам всегда страшно, когда вы дома один? Да, за этого фильма. А, ну, типа, чувствуете... Ну, правильно я перевел. Ну, когда вот такая домина, конечно, и свет не работает, там страшно, можно и в штаны ложить. Ну, допустим, да. Have you experienced феноменом? Феноменом, что за феномен, наверное? Ну, типа, есть ли у вас ощущение, что за вами кто-то следит? Ну, наверное. Ну, допустим, есть. Блин, ох, там пропустил случайно. А сколько телеков в доме? 3. 2 плюс. Типа, сделайте коротенький перерыв, мы продолжим попозже. Говорит, спасибо за то, что ответили на наш вопрос. Уже 8.51. Ой, мазафака-то. Что-то там разбилось от дома. Так, ну хорошо, пока нельзя продолжить. Ой, да заткнись. Как выключить радио это? Зомбирует меня. Что-то разбилось. На кухне, походу. Пойду спущусь, посмотрю. Кто здесь? Кто здесь в моем доме? Снова кто-то кран включает. Или эта лампа где-то треснула. Кстати, записочки нет уже. Ну, вернее, она с вопросиком не горит. О! Статуя снова переместилась. Она то в углу стоит, то в проходе. Теперь рядом с камином. Она мне, походу, подсказывает. Еще одна записочка. Ну, здесь очень-очень много текста. Какие-то истории про шестилетнюю какую-то девочку. Наверное, жуткие, просто страшные истории. Кого-то там убили, кого-то нашли. Чтобы нагнетать обстановочку. Нельзя вот свет, например, включить в гостиной. А, горшок, наверное, упал. 8 гол. Я уже активировал эту табличку. И горшок здесь был разбит в самом начале. Жуть какая. Но свет здесь не горел. Хотел сказать, что радио заглохло. Но нет. Кто-то решил постирать тоже там свет. Свет зажег. Сам по себе свет включается, выключается. О, еще одна табличка. Пока это единственное, что вот можно, скажем так, активировать. Так, ну чё там? Я готов. Продолжаем. Следующую порцию выживания вам нужно. Принцесса Раворки. Нужно сходить в ванную и посмотреть там что-то
что-то там должно заработать. Чек. Хочу проверить, работает ли свет выключательный в ванной. Пойду посмотрю. Прям как подопытный кролик. Где у нас тут выключатель? Все работает. Все работает. Кто у меня там, электрик, что ли? По СМС проверяет просто. Принц, привет. А, ну может быть здесь все надо проверить? Кранчик не работает. Кранчик не работает. Свет работает. Может быть, ванная подразумевает и стирку тоже. Так, пойду спущусь вниз, там посмотрю. Потому что здесь тоже какая-то дверца была, вот эта вот. Которая не открывается. Так, ну что? Fulfill, я не знаю, переводится request. А, bathroom in your master bedroom. Может быть, какая-то ванная комната непосредственно у него в спальне находится. Так что master bedroom написано. Ну да, любой хоррор в Окулусе. Да, выключатель, наверное, в спальне, но сейчас что-то произойдет, мазафак. А, вот. Ванная. У него две ванны здесь, охренел вообще, зажрался. Что ж кучу дверей отодвигать ты не хочу. Я вот сейчас выключу свет, и меня охрен схватит. По-любому. Водичка. Чё такое? Кто там бегает? What the fuck, там тень? Там тень кого-то? Снова эта баба, сумасшедшая. Все, свет не включается, не включается. Жесть. Ну я ее увидел, уже не так страшно. В прошлый раз она на меня побежала и испугала. Сейчас-то она меня не напугает. Блин, как меня парит этот радио, вырубить его. Ой, рука торчит. Жуть какая. Чё бы вы делали в такой ситуации? Я бы обделался и убежал. Просто вы один дома в таком домине, там просто рука из ванной торчит и звуки жуткие. Первым делом дверь, наверное, закрыта. Кинуть в нее радио и закрыть дверь. Ну и зачем я к ней иду вообще? Все, проверил я, континил. Ну, типа он работает? Да. She heard you, hide. Она слышит себя, прячется, говорит. Thank you, input. Concerning music. Снова вопрос какой-то. И баба исчезла. Надо было посмотреть, наверное, сперва. А зачем мне прятаться? Она же и не побежала ко мне. Ну ладно. Немного странновато здесь сделано. Теперь решили расспросить о предпочтениях музыки. Типа, что вы слушаете? Рок? Да, рок. Типа, вам нравится слушать рэп? Нет. Классическую музыку? Да. А вы помните...
Three Sisters, Testing Music. Твоя сестра что-то там пела или Testing Music, не знаю. Пела, наверное. Нет, не помню. On top of being Tailing Painter. She was also Tailing Tailing Player. Ну, типа про сестру говорят. Играла на скрипке. Вы помните, как она играла на скрипке? Ну и на какой песне? Нет. Ну, типа, вы не представляете, насколько она одаренная была. Pay attention to her. Ну, типа, сейчас мы вам, в общем, напомним. Если, говорят, вы забыли, как она шпилила на скрипке. Спуститесь вниз, включите радио и наложите штаны. На русском нет этой игрухи. Так, а вот где у нас здесь радио? В гостиной, наверное, или на кухне. Почему фонарик? Фу, фонарик сам отключился. Записочку. И свет заморгал. Ну, давайте послушаем. Ну вот, радио. Не, в гостиной почему-то не включается оно. Наслаждаетесь песней. Так я не слышал ничего, не работает ваше радио. Нет, не наслаждаюсь. Вы помните, что с ней случилось? Нет. Вы помните, что случилось с семьей? Нет. Крики. Вы слышите это? Нет. Хотели бы его видеть? Ну, допустим, да. Вы врете? Нет. Она наблюдает за тобой. Хочешь ощутить ее глаза на себе? Сейчас я приготовлюсь. Ну, взгляд. Хочешь ощутить ли ее взгляд на себе? Ну, допустим, да. Обернись, говорят. Так, приготовились. Ну что-то ничего не происходит, может это спецом сделано так? Сначала разводят, потом пугать нежданчиком будут. Так, ну сейчас я оборачиваюсь, она на меня прыгает. 3, 2, 1, бум. Ну и чё, нет ничего. Дешевый развод какой-то. Тот походу угорает над главным героем по телефону. Что у вас за приложение такое серое? Радио не работает. Никого за спиной нету. А ты слышишь шаги? Нет. Ошибка 82997. А там... Ну, 8... Это пин-код на телефоне. 82997. Сейчас я обернусь, она точно будет. 321. Бум-бум-бум. Нет. Нет. Все, сломал телефон. Фоток у нас никаких тут не появилось новых. Обернись назад. Я уже 100-500 раз оборачивался, никого тут нет. И радио ваше не работает. Свет только заморгал. Ох, статуя у нас здесь появилась.
специально отвлекающий маневр, что когда я гляну направо, там что-то будет. Нет. Я уже всячески готов. Из ванной выпрыгнет. По-любому. Крик. Ну я вот крик сейчас только услышал. У вас приложение глюченное. Сначала вы мне пишете про крик, потом шаги какие-то должны быть. То есть это, наверное, заранее мне говорили, как у них здесь приложение работает. Забавно. После шагов нужно аккуратнее быть, точнее готовым быть. Потому что когда я обернусь... Кровище появилось. И в дверь, которая не открывалась. Стук. Про стук что, тоже там что-то было. В приложении. А, стук, потом шаги. А после шагов, типа, хотите ощутить взгляд ее. То есть там надо аккуратнее оборачиваться. Дверь закрыта. На радио по-прежнему нельзя активировать. Валдис, привет. Ну, что-то типа того. Инди-игруха. Какая-то. Ну, пока интересно, что там дальше будет. Снова эту табличку кто-то повесил. Так, шаги. Что, пойду наверх. Жуткий дом. Статуя исчезла. Приложение по-прежнему глючит. О, в кабинете появился ключик, можно взять. От как раз от нижней двери, наверное. Пойдем откроем, посмотрим. Что же за этой дверью? За этой дверью кровь. Какая-то лавка в кладовке, ничего больше нету. А я буду спиной ходить. Я не буду оборачиваться. Так, ну ничего нет за вашей дверью. О, вот что есть. 9, я. Почему только радио нельзя вот здесь вот в гостиной включить? Так, как только будут шаги, я готов. Надо сразу напрягать булки. И медленно-медленно оборачиваться. А, может, приложение заработало? Нет, приложение не работает. А вот еще одна табличка. 4. Так, в ванной наверху тоже ничего нету. В кабинете я взял ключ, спустился вниз, открыл. За дверью, кроме лопат, таблички, ни кровищи, ничего не было.
Ну же, разработчик этого приложения, подсказывай. Может быть, зайти и закрыться? Оп. Снова ее кто-то поднял. Зачем? А, свет, наверное, включить надо было. А, наверное, вот эти вот таблички в последовательности, которые мужик болтает, надо нажимать. Да, гениально. 89264. Раз, два, три, четыре. Найн где-то сверху. Надо еще вспомнить, где они. Это четверка, это последний у нас будет. Это двойка здесь. Девятка вообще нужна. А где у нас девятка была? То есть две здесь сверху. Или девятку я нажал? Я же две, по-моему, нажал, да? Да, я девятку нажал. 8, 9, теперь 2. 6 снизу было. И четверка... Вот она. Или нет, или девятку не нажал. Что-то я загоняюсь. Почему двойка снизу уже? Два, туз, икс и... Не, девятку, походу, я не нажал. Вот она. Или нажал я девятку. Короче, четверку пойду наверх нажму, потом по новой, если не прокатит. Девятку, в общем, снизу я нашел. Скрип какой-то. Ну, все. Пройдено. Попробую сейчас еще раз по новой. Теперь точно знаю, где все находятся. 8, 9, двоечка. Здесь у нас четверка. Двойка сверху. Вниз в кладовку после двойки. И потом вот здесь вот нажимаем четверку. Где у нас двойка-то была? А, что-то вылетело из головы. Где двойка-то? Или двойка тоже снизу? Где у вас двойка, мужики?
Надо запомнить просто, где она, двойка это находится. Просто, возможно, я нажимал уже, и она сползла вниз. А вот она, двойка. Двойка теперь вниз, кладовку, шестерка и потом наверх. Ничего, ничего не происходит, я же все нажал правильно. 8, 9, 2, 6, 4. Правда, здесь другое написано, здесь 8, 2, 9, 9, 7. Ну и таких цифр нету. 8, 9, 2, 6, 4. Возможно, их как-то быстро нажимать надо. Ну, 9. Блин, там с восьмерки начинает надо. 8, 9. Шуть, просто паренек у себя дома ходит, какие-то таблички нажимает. Можешь подождать, пока она вернется. Ну, ничего не происходит. Ну же, приложение гличное, подсказываю. 8, 9, 2, 6, 4. Я же нажал эти таблички. Походу, пока они лежат на земле. Ну, как бы неактивно. Или открывает какую-то дверь там. Почему шестерка поднялась снова? Почему? А, не, она висела, наверное. Нет, все таблички лежат, значит, правильно я нажал. Жуть. Воспользуемся подсказочкой. Retrieve the notice, not inside. Это откроет какую-то дверь. И там будет блокнотик. Ночь. Листочек бумажный. Так я все двери пооткрывал уже. Только одна вот закрыта. Эй, 9, 2, 6, 4.
Снова они все поднялись. Ну раз поднялись, сейчас я точно не ошибусь. Эй, 9264. Ну правильно, это же 8. А здесь главное, ну, без палки стоит. Здесь 7 почему-то. 7, 9, 2, 6, 9. Ой, 2, 6, 4. Наверное, палку забыли просто. Ну окей, 8. Бегать жалко нельзя. Девять, два. Или сейчас посреди нажиманий. 6. Посреди нажиманий меня напугает просто. Как бы и не нужно было нажимать. Ну. А, вот дверь открылась-то, елки. Картина какая-то нарисованная кровью. Какая-то писанина. The screaming, крик, плач. Ты разве не слышишь? Кто-то здесь, в общем, в этой комнате кого-то закрывали. Он здесь кричал, плакал и кровью рисовал. Жить. Еще один блокнот. Снова там что-то разбили. Где на этот раз? Снизу? Радио заткнулось. Не повторяет больше цифры. О! Снова плач. Ох, жесть. Картина плачет. Так, медленно оборачиваюсь. И те картины лежат на полу. То есть они упали. Жуть. Кто-то здесь кашки решил поесть просто. И разбил тарелочку. Снова этот плач. Вон он уходит. У нас просто прошла. Опять в кладовку. О, на кухне свет загорелся. Чё-то я уже медленнее начал ходить, передвигаться. Что, может, приложение заработало? Нет, приложение по-прежнему не работает. Цифры остались такие же. Ну точно, кто-то решил перекусить просто. Девка-призрак, не знаю, призрак-зомби. Снова кто-то у меня в спальне свет включил. Кладовая. Единственное место, где можно самому включать-выключать свет. Комнате
комнате у нее не поменялось ничего. В кабинете тоже. Здесь вот какой-то матрас. О, дверь за мной закрыли. Кто там прикалывается? Откройте дверь. Все как бы на тебе. Матрасик, спи. Мама, что ли, говорит? Lack of commitment, or even financial instability. Let us examine the story of Joseph and Mary Walker, the two married and bore a daughter Lilith, who was very talented in many artistic mediums, especially in painting. Joseph and Mary also had a son named Marcus. Joseph worked as a construction worker, while Mary worked as a secretary for a local business. Soon after discovering Lilith's talents, her parents encouraged her greatly to continue and perfect her skills. Eventually, a high enough demand for her paintings allowed the Walkers to become financially stable, simply by selling Lilith's art. Both Joseph and Mary quit their jobs, as Lilith's paintings sold anywhere from $5,000 to $15,000 apiece, depending on the buyer. Due to this high demand, Joseph and Mary began to live life far above their means, taking advantage of their gifted child in order to satisfy their own greed. It started off with Joseph burning Marcus with cigarettes if Lilith refused to work. Slowly, the abuse became worse and more intense, until one episode landed Marcus in the hospital. Marcus had several bruises along with a dislocated arm. The family was forced to cover up the incident and no charges were filed. This abuse continued for a long time. Marcus grew accustomed to it. It was simply a part of his life, just as much as breathing or sleeping. After Lilith was diagnosed with a rare bone condition, everything changed. She lost her ability to paint, leading the family into a period of financial hardships. Joseph wasn't able to find work due to his alcoholism, but Mary was able to find a job at her old company. Her former employer kept in touch with her throughout the years. Tension began to build within the family. Marcus usually remained passive among family affairs, but the situation gave him much joy. They were suffering, and he knew it. He couldn't have been happier. 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 Ну, какую-то историю рассказали, что в этом доме жил муж со своей женой. У них была дочка, дочка, которая там рисовала. Типа была одаренная. Жена работала секретаршей в какой-то фирме. Мужик, блин, я уже забыл, кем он там работает. Какой-то инцидент там с сигаретой случился, чуть ли не подпалили дом. Потом у дочки случилась какая-то болезнь костной, с костями, в общем, какая-то болезнь. То, что она не смогла продолжать рисовать. И оба они ушли со своей работы, чтобы то ли поддержать свою дочь, то ли они там сбрендили как-то. Очень тяжеловато так. Без перевода. Ну и, наверное, здесь жена его ходит по дому. Открывай, давай дверь. А, я понял. Сейчас, типа, я обернусь, и она здесь будет, по-любому. Ну, плач прикольно сделал. Давай. Любимая, открывай. Стук. Стук в дверь, потом шаги. Потом я оборачиваюсь, и она здесь на меня прыгает. Входите, входите, не заперто. Да не заперто, входи давай. Дура.
А вот и шаги. Про которые я говорил. И сейчас как раз я обернусь назад, и она будет со мной в шкафу, что ли? Что за нафиг? Это уже не может быть. Все? Она ушла? Нет. О. Записочку оставила. Ну и, наверное, все вот история об их семье можно вот как раз во всех этих записках почитать. Что там с ними случилось. Все, это все дурной сон. Можно ложиться спать. Снова. Картина плачет. Так, ну а дальше-то что? Приложение, может быть, заработало? Нет, приложение не работает по-прежнему. Все таблички я активировал. А, вот еще записочка у нас здесь, в ванной какая-то появилась. Вот и шаги. Вот и шаги. Все, я теперь готов. Готов, то, что она... Я обернусь, она напрыгнет. Я дождался, дождался шагов. Стук был, был, плач был, был. Теперь шаги были. И она сзади, по-любому. Такая еще... Звучок нагнетения идет. Но когда она на меня напрыгнет? Давайте уже, пора. Пора, я готов. Приложение в режиме не работает. Я буду спиной к стенке идти. Чтоб никак она меня просто не могла обойти за... Еще одна записочка. Ну вон она идет. А, опять стоит, опять я сейчас на нее посмотрю, и она на меня побежит, и я проснусь. Как это было в самом начале, но это не так страшно же. Но! Еще не произошло того, что я оборачиваюсь, и она на меня смотрит. Еще одна записка. А вот и заиграла скрипочка. Или виолончель. О, статуя не дает мне пройти. Внезапно. Жуть. Нет, не отпускай от меня, говорит. Сиди, слушай. Не, ну с приложением прикольная же задумка была. Чё они так быстро сдулись? Как по мне, классно, когда вот здесь вот предлагали нам некий выбор.
Сколько там? 9:34 аж. Демон же еще и поет. Ну все, я готов к бабахе. Статуя по-прежнему на лестнице стоит. Все, доиграла. Аплодисменты. Ну, типа, муж спился, ехал в тачке, разбился. Это вся история. А где же дочка тогда? Я так понимаю, все здесь погибли. И главный герой у нас, наверное, тоже мертв. Если мы за Джозефа здесь играем. О, вон она вся там, на матрасике. Пойду поздороваюсь. А с женушкой. О, исчезла. И здесь меня теперь закрыли. Пичкают просто всякими текстами. Камера со второго этажа, рядом с лестницей. Загорелся свет. А, теперь я, наверное, могу выходить. И мне нужно в ту комнату, где свет загорелся. Ну, хорошо. Нет, закрыто. Он на сама вылазит. Жуть. Она идет к нам. Идет просто. Ползет медленно. Сейчас стучаться будет в дверь. Женушка на подходе. Ну все, выламывай дверь, давай. Нет? Все, и камера внезапно выключилась. Ну давайте еще медленнее открывайте, еще скрипучее. Кто там? Да никого-то нету. Но самое главное не оборачиваться. Еще одну записочку мне бросили этот. Очередной стук. Теперь пианино в комнате дочери там играет.
Дочка, открывай. Ох. Шесть тут не волос. Типа кричит, помогите, помогите, выпустите. А, ну походу, типа, батя там то ли спалил их всех, может сейчас... Ну ладно. Голос такой, как будто она там сгорает как-то, не знаю. Адские такие муки испытывает. Но это комната дочери бывала. Да, жутковато, жутковато. И в ней сюда дверь внезапно открыта, да ладно. Все, помучилась, дочурка. Так. Снова пошел суперзвук такой нагнетающий. Цвет меняется, what the fuck. Что с освещением-то? Почему все красное становится? Не дают даже записочку почитать. Не делай этого, Пеппер пишет. Ты кому это говоришь, Пеппер? Жене его, который здесь бегает и сейчас меня съест. Правильно, пусть она не делает этого. Все. Все просто кроваво-красная, жуть какая. Чем музяка такая? Снова пианино заиграл. По-прежнему эта картина плачет. Почему здесь свет такой более... более желтоватый? И здесь тоже звуки какие-то. По телеку, что ли? Чё он говорит, как? А, типа, бог мертв, говорит. God is dead. God is dead. Ну точно, демоны какие-то. God is dead. God is dead. God is dead. God is dead. С телефоном что у нас? С телефоном тоже ничего не меняется. Выключим. Все, выключил. Ох! Снова она на меня побежит сейчас. Женушка, жена, вон она там. Вдалеке. Жуть как, она медленно идет еще. Сейчас побежит, получится. Не, ну три раза подряд это не страшно. Да походу он так и сделал, наверное. Муженек все тут сжег напрочь. Третий раз просыпается. Это был сон во сне. Доброе утро. Но кровавое. Кровавое освещение прежнему осталось. Еще одна записочка. Это домино такой, жутковато на самом деле. Вот. Когда один так находишься, еще все ломается, там что-то щелкает. Звуки вообще жуткие. Почему дверь закрыта? Запись полицейских. У полицейских запись. But officials also found something strange.
her body was starving. What officials think occurred was during her final moments, as an act of desperation, she lit a candle inside her room and started to fire herself. Her younger brother, Marcus Walker, might have neglected her to such a degree. She chose to end her life to ease her suffering. Emotions ranging from jealousy, hatred, enviousness, and frustration might have drove him to neglect her, despite her cries for help. Due to her rare disorder, she was extremely immobile and required help for the simplest activities. She required Marcus for everything. Marcus might have held animosity towards her, as for almost his whole life, everyone had paid their attention to her. Perhaps Marcus wanted her to feel isolated and alone, an emotion he was very familiar with. He wanted vengeance for a crime she didn't commit. Marcus's body was mostly unharmed, though he was not conscious at the scene. He was taken to a local hospital, where he currently resides. He is currently in a coma induced by smoke inhalation and has been unconscious ever since the fire. No one knows when, or if, he will ever wake up, or what he is experiencing. He could be experiencing nothing at all, or he might be suffering. The only living relative he had was his mother, Mary Walker, who committed suicide shortly after she heard about the incident. His father, Joseph Walker, was killed in a suspicious road incident where his brakes stopped working while driving under the influence. Due to his unusual situation, no one is left to decide whether or not they should keep him alive in his coma. Many may wonder whether he regrets his actions. Whether he regrets neglecting his sister, starving her, and psychologically torturing her to the point of suicide. Others speculate that years of domestic abuse by his father Joseph, along with neglect from his family, left him psychologically scarred. Whatever the case may be, he tortured and isolated his sister. His sister, who loved him, and did everything necessary to protect him. Hopefully all members of the family get what they deserve. In Marcus's case, he's stuck in his own personal purgatory. Stuck in a place between life and death, an eternity of suffering awaits him. Thank you for listening. This was Joseph Walker, bringing your local news to you. Joseph Walker. В общем, тут желательно, конечно, на русском играть, чтобы они там все болтали, тут аж половина непонятного, чем там бормотал. Капустина в названии стрима, название игрухи есть. The Survey называется. Survey, Survey, Survey. Ой, жена здесь ползет, горячая. Успел я посмотреть. В общем, в доме там все сгорели, жена вообще что-то там с ума сошла. Горячая ходила по дому, что-то там со свечами. То ли она ставила эти свечки, я там смутно разобрал. То есть настолько у него башню снесло, что она пока горела, там еще что-то делала в доме. Муж с тяжелыми ожогами что-то попал в больницу, впал в кому. Или жена попала в кому. Или муж, по-моему. Ну, в общем, на русском надо играть. Вот конец. Тяжело вот так вот именно полную историю понять. Плюс я записки не читал, наверное, в записках еще там много раскрывается. Не супер, ребят, но и не говнецо. В принципе, добротненький для инди игрухи, я думаю, добротненько. Коротенько. Но нагнетает. То есть.